Противник с фронта! Чтобы стать бойцом СОБРа, нужно сдать несколько экзаменов. Во-первых, пробежать 3 километра за 11,5 минут. Следом без отдыха потянуться 20 раз. Далее идет сдача силовых упражнений, также без передышки. И как финал, спарринг с тренированным бойцом 3 раунда по 1 минуте. Только после сдачи экзамена человек становится бойцом специального отряда быстрого реагирования. Готовился очень долго, несмотря на то, что с детства занимаюсь спортом. Но все равно нагрузки очень серьезные, это далеко не каждый может сдать, несмотря на то, что даже спортсменам нужно готовиться. Именно готовиться под сдачу нормативы, очень тяжело. Очень хороший коллектив, сразу приняли, как в семью. Все подсказывают, как правильно, ну даже банально с оружием обращение. Хоть и в органах давно, погоны давно, но много такого оружия, которого еще до этого я не видел. Владимиру 25 лет, он в звании лейтенанта. Бойцом СОБРа стал совсем недавно, всего полгода назад. До этого Владимир работал оперуполномоченным полиции, но все время он готовился к вступительным экзаменам. Мужчина с детства занимался спортом. Сейчас Владимир свой экзамен сдал. Теперь он в первом полевом выходе. Полевые выходы проводятся в основном в разных местах, но в течение последнего года мы ездим вот на данную местность. У нас заканчивается летний период обучения согласно программе боевой подготовки, и на полевом выходе мы подводим итоги, сдаем зачеты, тесты, всему, чему мы научились за период подготовки. У бойцов СОБРа 2 полевых выхода в год в конце каждого периода обучения. Сейчас идет выход после периода летнего. Противник фронт! Упражнение это называется «Кольцо». По сюжету группа попала в засаду и вынуждена отступать. 8 бойцов выстраиваются в кольцо и держат оборону. После отход на новый рубеж. Такие перемещения выполняют, пока не отойдет вся группа. Рассказывать о полевом выходе можно бесконечно, каким видом оружия бойцы пользуются, что за упражнения отрабатывают и как к этому готовиться. А еще дольше можно говорить о людях, лица которых спрятаны под масками. Какой путь они проделали, как тренировались и еще как возвращаются домой после очередной командировки. Вот только сами бойцы попросили говорить о них без обычных военных высокопарных слов. Просто люди, которые выполняют свою работу, как учителя, врачи или водители. Да к тому же и сами бойцы СОБРа немногословны. Они говорят языком выстрелов. Если не СОБР, то где себя видите? Наверное, уже нигде. Если не в СОБРе, наверное, уже нигде. Потому что СОБР – это, наверное, болезнь. Валерий Семин, командир СОБРа, сказал, что описать бойца можно одной простой фразой. Хочешь мира – готовься к войне. Поэтому вот они, безымянные солдаты, чьи подвиги так и останутся в секрете. Мужчины, которые всю свою жизнь учатся военному ремеслу. И на таких полевых выходах отрабатываются все приобретенные навыки. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».